Всероссийский детский центр «Смена», площадка чемпионата и первенства Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа по черлидингу. Участвуют команды из 6 регионов страны. Открытие соревнований начинается с парада. После – приветственное слово судейской коллегии. Черлидеры соревнуются по нескольким дисциплинам. Чир, черданс, фристайл, чирмикс, групповые станты и групповые станты микс. «Смена» традиционно принимает самые интересные события. Море, солнце, прекрасный центр, прекрасный персонал, прекрасная атмосфера. То есть, что еще нужно только, чтобы отдыхать и параллельно соревноваться? Самые маленькие – участники дошкольного возраста, самые взрослые – студенты высших учебных заведений. Мы очень волновались, но нам очень понравилось, хотя мы могли выступить и лучше. В каждой дисциплине 3 призовых места – победителям медали и грамоты. Участники соревнований команда «Грант» из города Ростов-на-Дону выиграла приз – переходящий кубок чемпионата Юга России по черлидингу в дисциплине «Чирмикс». Мы очень сильно старались, программа на самом деле очень тяжелая, но мы действительно, да, у нас каждый день были тренировки, мы тренировались по 6-7 часов в день. И можно сказать, то, чего мы добились сейчас, потому что мы одна большая семья, а не просто команда.